Добрый день. Значит, сегодня мы с вами поговорим о водяном уровне. Вот водяной уровень. В каждом доме, пожалуй, он есть. Вот видите, получилась такая беда. Обломился носик, крепление отсутствует. Каким образом воду набрать в водяной уровень и продолжать им работу? Ну, значит, мы сделали очень просто. Взяли гайку обычно на 10. Вот. Утяжелили один конец. Значит, вода, значит, чистой емкости. Этот конец отпускаем сюда. После этого создаем вакуум в трубочке. Вот видите, начинает уже что? Выходить вода. И выгоняет пузырьки воздуха. Вот очень хорошо видно, очень хорошо воздух, вот воздух идет. Видите, вот оно быстро идет воздух. Вот он. Пузыречки. Вот пузырь. Пошел. Вон водичка сюда пошла. Значит, так как мы сюда гаечку одели, значит, соответственно, трубочка уже съемкости с нашей не выйдет. Чем этот способ хорошо, тем он хорош. То, что не надо вот постоянно так постановили наливать. Смотреть здесь вот отпустили и просто смотрим, как выходит воздух из этой трубочки. Вот уже прошло буквально 2 минуты. И что? Воздуха уже нету. Видите? Все. Значит, воздух уже вышел. Пузыречков нету. После этого что здесь берем? Здесь берем, и здесь вот очень удобно, что берете. Вот так раз палец затыкаете трубочку. И вторую тоже снимаете. Вот выровняли трубочку. Гайку уже можно убрать. Хотя она не так просто убирается. Видите? Ну сейчас уберем. Достаточно оттуда получилось. Ну вот. Значит, гайку убрали. Я в свое время, значит, работал даже один. Вот видите, сейчас если немножко воды слить. Вот, все. Значит, уровень, что вода гуляет, вот у нас занимает одно положение, значит, что уровень работает, воздуха нету. Если хотите одному работать, лучше, конечно, вдвоем работать, но если так вот, есть такая необходимость проверить одному, можно сделать специальное приспособление, я такие делал приспособления, закрепляете один конец, значит, другой конец смотрите и работаете уровень. Вот видите, не было несчастья, не было счастья, но несчастье помогло. Видите, очень просто, хорошо и удобно. И самое главное, сейчас очень удобно куда-то, значит, наверху работать. Можно вот так вот пальцем заткнул и смело залезть, установить и проверить. Все, до новых встреч, до свидания.